Ребята, всем огромный привет! Рада вас всех видеть и приветствовать на своем канале. У нас новый влог. Сегодня, наконец-то, понедельник. Мой любимый понедельник. Дождалась я его. Вчера мы с дочерью, с моей старшей, мыли окна. Не дождалась я, когда у нас еще потеплее, станет потеплее. У нас, в принципе, сейчас-то уже тепло днем. В ночь у нас было вот минус 9, а днем до плюс 5. В принципе, нормально уже, можно мыть окна. И я решила, что пора уже. Вот, так что помыла я в зале, в спальне, в детской перемыла окна. Очень были грязные окна, ну, наверное, как и у всех, да, после зимы. Дочь у меня помыла балконное окно, ну, которое вот в квартиру как вот входить, вот это окно и дверь балконную. И сегодня мы с ней планируем помыть балкон, именно весь балкон и окна на балконе, потому что там у нас, конечно, жесть. Захарик у нас в детском саду сегодня, ушел в детский сад. Мы с ним договорились, что сегодня, завтра и послезавтра он пойдет в детский сад, а в четверг, пятницу он останется дома. Ну и, соответственно, там суббота, воскресенье. В пятницу у него будет день рождения, нашему мальчику исполняется 6 лет, и как раз-таки в пятницу приезжает наш Сережек. Напомню, это племянник моего супруга. Поедем его встречать. Вот, что еще, что еще. Девчонки, мы очень сильно вот какого-то такого грандиозного праздника у нас не будет. Мы праздновать день рождения Захарика так вот как-то, ну, кого-то приглашать, еще что-то. Где-то каких-то мы не будем. У нас будет семейный праздник, в семейном кругу. В пятницу, значит, он у нас в садик не пойдет. Мы решили, мы съездим, выберем ему подарок. То есть он сам себе выберет. Мы не покупаем уже, наверное, не знаю, второй или третий, наверное, второй год. Мы не покупаем заранее ему подарок. У нас, я уже много раз тоже вам рассказывала, что Захарик такой ребенок, которому очень сложно угодить в этом плане. Поэтому Захарика мы возьмем, значит, и съездим с ним в магазин, и он сам выберет то, что он захочет. Все те подарки, которые ему понравятся, все те игрушки, которые ему понравятся, мы ему купим. Ему так больше нравится, когда он сам себе выбирает подарок. Вот, поэтому никаких подарков заранее не готовим. Будет, конечно же, у нас застолье, будет, конечно же, стол будем накрывать, потому что и день рождения, и Сережка приезжает. У нас каникулы, Тимошка и Милашка у нас на каникулах. Вот, начались они у нас каникулы, когда, Тимош? С субботы, да? С субботы? Да. Да, с субботы у нас каникулы. Ну, в общем, в следующий понедельник детки идут в школу. Ну, вот знаю, что во многих городах уже каникулы закончились, а у нас только начались. Купили вот такой вот комбинезончик на выходные, ездили по магазинам на выходных, и вот понравился мне вот такой комбинезончик. Он цвет красивый. Очень красивый цвет, и Миланушке он прям очень идет. Куколка моя. Дома прям самое то ходить. И летом можно гулять, в принципе, такой неплохой. Красивый. Очень красивый. В общем, решили мы немножко попозже помыть балкон. У нас сейчас солнышко на другой стороне. В зале, в общем, и в спальне, на той стороне солнышко. А здесь, где балкон, сейчас прям прохладно. Сюда солнышко придет во второй половине дня, поэтому, по-моему, мы попозже немножко балкон, пускай потеплее станет. Сейчас прям дубак. С утра было минус 9. Сейчас уже сколько? По-моему, плюс 3. Вроде бы плюс 3, что-то такое. Так что подождем, солнышко. Попозже помоем. Сейчас будем кофеек пить. Пьем кофеек. И... Мила! Милана! Это лебедь. Красиво. Пьем кофеек и чего-чего-чего? В магазин побегу. Надо сначала в магазин сбегать. А потом уже дома что-то будем делать. Да? Нет. Ага. Меня пока не будет, пока я буду в магазине. Вы быстренько пылесосите. Надоела ты мне уже. Надоела, говорят. Какая ты вредная женщина. Своей уборкой. Вредная женщина. Я не вредная, не вредная. Я просто домовитая и чистоплотная. Мама. Ваша чистота не знает границ. Это ж хорошо. Жить надо в чистоте. Мы живем в стерильности, это тоже плохо. Должны быть дома микробы. Мы уже, кстати, вчера с Ангелинкой меню немножко набросили, да?
Угу. Что у нас там по меню? У нас не будет каких-то таких супер какого-то там стола. Я уже сказала, все будет по-семейному, по-домашнему. Что там у нас будет? Салат с ананасами. Салат с ананасами с куриной грудкой. С крабовым. Крабовый бакой. Салат будет. Овощной. Овощной по типу... Греческий. Да, по типу греческого там с маслинками, с фетой. Mm-hmm. Огурчик, помидорчик, перчик, листики салата. Так, что еще мы решили сделать? Картофельное пюре обязательно. Но это детки очень любят картофельное пюре. Куриные грудки в панировке с сыром, с помидоркой. Это у нас в духовке будем запекать, да? Mm-hmm. Что еще? Бутерброды на закуску. Бутерброды с красной рыбкой, с авокадо и с чем? Со сливочным сыром. Это на закуску у нас пойдут. Ну, творожный, сливочный, посмотрим. Mm-hmm. Это будет на закуску у нас. И что еще? Картошку тушить буду с говядиной в мультиварке. Тушеная картошка. Что-то вообще не по-домашнему так-то. Ну, вот как-то так. Ну и борщ буду еще варить. Откуда борщ взялся? Меню мы этого не писали. Меню не писали, но я подумала, что борщ потом на следующий день, чтобы он был. Я как раз люблю борщ, когда он уже вот сваришь его, и когда он постоит сутки, когда он настоится. Мне очень нравится такой борщ, потому что на следующий день все равно нужно будет что-то жидкое покушать, поэтому борщ, наверное, не наверное, точно сготовлю. Ну, какое-то вот так вот, такое вот меню у нас получается. Оно может быть не очень такое праздничное, но... Думаю, что все будет нормально. Да, ну вообще отлично так-то. Отлично. Ну. Вот. Я вот единственное думаю по закуске. Может быть, ну, бутербродики вот эти с красной рыбкой, с авокадо. Может быть, что-то еще на закуску придумать. Посмотрим. Саша, вот подумаем. Мила, открой Тёме. Открой Тёмушке. Надо подумать по поводу закуски. Что еще можно? Может быть, какие-нибудь канапешки? Ну, ладно. Ты, говорит, это выставлять будешь? Я говорю, да. А если Серёжа, говорит, услышит и увидит? Ну, ладно. Так это какой сюрприз-то? Это что сюрприз-то? Это не сюрприз. Мало, он все узнает, приедет ты какой-то. Так, Сережа, не смотреть. Понятно, тебе смотреть запрещается. Милана не хочет, чтобы ты знал, что мы будем для тебя готовить. Сережа грустный будет, ничего нового не будет. Сережа говорит, будет грустный. Сережа не будет смотреть, мама ему запретила. Саша только посмотрит. Да. Но Саша ему не расскажет. Так, ну что, не стали мы дожидаться, когда же у нас сюда соизволит прийти солнышко. Решили мы... начать мыть балкон. Сейчас, наверное, сначала окна помоем с той стороны, с уличной. Самое мое нелюбимое дело. Вообще не люблю окна мыть. Но на балконе мыть окна для меня это вообще катастрофа. Но что делать? Надо помыть окна, потому что они действительно очень грязные. Вот смотрите, видите, что творится, мама дорогая? Это все вот эта вот стройка. Стройка века. Ставлю вас сюда. Будем с вами вместе сейчас мыть окна. Хорошо бы, конечно, сходить в коридор. У нас там есть, ну, что-то типа кладовки. И там у нас хранится стремянка. Что-то нам так лень туда идти. Хотя это, знаете, вот на лестничной площадке-то, в принципе. Пойдем за стремянкой, нет? Или с стульчиками справимся, со стульчиками? Вот это вот надо выбросить. Здесь у меня пол пакета грецких орехов. Они всю зиму провисели здесь на балконе. Думаю, что, наверное, ну, скорее всего, им уже не очень хорошо, этим орехам. Я, конечно, сейчас попробую один расколоть. Посмотрю. Сейчас гляну. Да, девчонки, не очень им хорошо. Вон они такие вот черные, гнилые. Выброшу я этот пакет с орехами. Всю зиму провисели здесь на балконе, на морозе. Поэтому выброшу. Окошечко мы помыли. Чистенькое оно у нас. Теперь нужно помыть сам балкон.
вот эти панели пластиковые все. Сейчас помою прям шваброй потолок, вымою и пол хорошенько. Постелю здесь коврик. И все. Сейчас вот прям очень тепло на балконе, прям хорошо. Показывает градусник, 16 градусов сейчас на балконе. На улице, конечно, намного холоднее, там, по-моему, плюс 5 вроде бы сейчас. На балконе плюс 16. У нас здесь на балконе вот такая вот скамеечка деревянная стоит. Детки на ней сидят. Они здесь прям вместе умещаются на ней. На этой скамеечке. И за столиком рисуют. Это просто обычная деревянная такая вот лавка. Лавка-скамейка небольшого размера. Это покупали, знаете, где? В магазине, где все для бани. В общем, вот такую вот штучку покупали. И закончили мы со своим балконом. Все вымыли, все убрали. Окна все помыли. Вот эти вот стены, потолки я все перемыла. Панели. Так, что у меня тут свет горит. Все вымыла, пол помыла. Чистенько, все свеженько. Сейчас будем здесь кофеек пить. Единственное, что нужно, вот эти банки будет в гараж увезти. Ну, вот этот столик, это такой столик, знаете, на кровать, который ставится. В общем, ноутбук можно поставить или порисовать, или кофеек попить. Столик этот будет здесь. И вот эти вот сетки на окна пока тоже будут стоять. Попозже я их поставлю уже на окна, пока пускай стоят. Так все чистенько и аккуратненько. Идем мы на балкон пить кофеек. Ох, как хорошо. Кайф. Теперь видно так все хорошо. Да, Лин? Да, вот это по-любому из-за того, что мы окна помыли. Конечно. Еще бы вид сюда какой-нибудь поинтересней. А то прям... Вообще, видон не алё. Потом, наверное, будет, конечно, красиво, когда все сделают. Когда это еще будет? Да, когда это еще будет. Пока эту дорогу сделают, пока все газоны, тротуары сделают. Это долгая история, я думаю, будет. Но вообще, конечно, должно быть красиво. У нас, кстати, здесь... Недалеко от нас есть река, совсем недалеко. И там сделали пляж. Такой прям цивильный, хороший, с раздевалками, с местами для отдыха, беседки. Сейчас я вам покажу, если, конечно, будет видно. Девчонки, совсем прям недалеко. Вон, видите? Вот там красная крыша. Вот там. Но это совсем недалеко от нас. Там речка, и вот пляж сделали. Так что летом можно туда ходить отдыхать. Ребят, все мои дела на сегодня практически закончены. Осталось мне доготовить плов. Я решила приготовить пловик. Почти уже готов он у меня. Вот, очень много сегодня дел переделали, как обычно. Как всегда. Будни домохозяйки. Так, буду на сегодня с вами уже прощаться. Буду заканчивать свой влог. Всем вам хорошего вечера, весеннего настроения. Всем добра и пока-пока.